Друзья, всем привет! Вот такой холодильник перекошенный и цепляет плинтус. Как сказала хозяйка, почему-то холодильник перекосился. Ну и вот когда я приехал, посмотрел, то увидел просевший пол в этом месте. Очевидно, когда-то что-то подтекало. Пол этот из дерева, это натуральный такой хардвуд, натуральный паркет, но видать из-за влажного пола дерево стало мягкое, видно вот плинтус трещинка, видите слева, это говорит о том, что была влага. И вот этот вот вздувшийся кусочек справа вставленный, он тоже весь покоробился, вон полоса такая подтека. Вызвав компанию, компания сказала, ну, холодильник встроенный в стену, чтобы его вытащить нам оттуда. Это нужно разбирать плинтус, потом что-то там ремонтировать пол. Не знаем, кто это будет делать, мы полами не занимаемся. Но чтобы вытащить холодильник, мы возьмем $800. А когда кто-то там что-то отремонтирует, мы вставим холодильник, приедем, еще $800. Ну вот она попросила меня приехать и посмотреть, что с этим можно сделать. Я приехал, поднял холодильник на вот таких резиновых надувных подушечках. Как видите, ножка приподнялась, начала крутиться. Но, попробовав плоскогубцами покрутить ножку, я не смог. Она не крутилась почему-то, ни левая, ни правая. Не поворачивались они, не опускались, не подымались. Единственный вариант у меня был, это приподнять холодильник еще выше. Вот таким вот способом у меня при себе оказался только ключ. Ломика не было. И я говорю, все, что я могу сделать, это вставить туда пластиковый шимс. Пластиковую такую конусную вставку, которую обычно используют для гипсокартона там или еще для каких-то нужд. Она говорит, делайте все, что можно, лишь бы поднять холодильник. Ну вот, таким вот способом я, приподняв холодильник, засунул туда из пластмассы кусочек вот этого конусного, так сказать, вставку такую сделал, на нее поставил холодильник. Толщина этой вставки 6 мм, 1/4 дюйма. И опустив холодильник, оказалось, что это помогло очень даже хорошо. Он встал как бы на свое место. Если вы сейчас обратите внимание, видите, зазор между дверкой и плинтусом сейчас довольно-таки приличный. Дверь, кстати, это touch open, то есть при нажатии легоньком она открывается. Вот в этом была вся проблема у хозяев, что они нажимают на дверь рукой, чтобы она открывалась, а она не открывалась, потому что ее держит плинтус упертый. Вот таким вот легким касанием ничего не получалось, ее нужно было тянуть, как обычную дверку, что естественно, ну, при цене холодильника в несколько тысяч, тянуть за дверку, извините меня. Вот здесь между дверками тоже сейчас выровнялся зазор. Все ровненько, нигде ничего не затирает. Ну все, что сказать. Тут тоже зазорчик есть. Дверь свободно сейчас ходит, нигде ничего не цепляет. Нажал на нее, она открылась. Толкнул, она закрылась. Все работает. Заказчик счастлив. Ну и мне там пару сотен перепало за приезд на полчаса. Вот такой вот бывает ремонтик. Мини-мини-ремонт. Пока.